День жестянщика в Бердске. За утро движение в городе парализовано несколькими авариями. Кто-то из водителей еще не успел переобуться, а кто-то просто отвлекся на дороге. Несколько пострадавших в ДТП обратились за медицинской помощью. В Бердске выпал снег, и только за утро в городе произошло сразу несколько аварий. На перекрестке улиц Рогачева и Красная Сибирь столкнулись три автомобиля, две иномарки и маршрутная «Газель» номер 18. Недалеко от остановки ДК «Родина» в ДТП попала маршрутная «Газель» номер 325 и «Понтиак». Автоледи на иномарке еще не успела переобуться и не имела страховки. В результате ДТП пострадали пассажиры «Газели». Еще одна авария произошла недалеко от АТП, в которой серьезно пострадал автомобиль «Нива Шевроле». Легкое лобовое столкновение произошло в микрорайоне Белокаменный. Обошлось без пострадавших. По дороге в Новосибирск также за утро произошло несколько ДТП, спровоцировавших пробки в 9 баллов. Есть пострадавшие.